И вот в какой-то момент, допустим, мы уже внутри этого спектакля, магия попадает на какую-то заброшенную станцию метро. Он ходит там и не понимает, куда ему нужно идти. И, наконец, он видит, что на платформе стоит огромное кривое зеркало. Страшно большое такое. Отражает главного героя в искаженном виде. И вот Маня такой подходит и говорит: «Здравствуйте». А зеркало ему отвечает человеческим голосом: «До свидания». Маня удивляется. «Но можно мне пройти?» спрашивает. А зеркало ему отвечает: «Надо тебе стоять». После некоторых проб и ошибок Маня понимает, что зеркало отвечает ему антонимом. То есть он переворачивает каждое слово в слово противоположное значение. И Маня решает бороться с этим зеркалом, чтобы его как-то победить. Он начинает ему говорить разные пословицы и поговорки. Например: «Красна изба угла, а человек делами». А зеркало ему отвечает: «Зелена надела крышкой, а мертвец без двери». И получилось. Хорошо. Еще попробуем. Навари шапка горит. Под честным трусы махами. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Отлей не засунешь и слона в песочницу. Маме решается спеть этому ужасному кривому зеркалу песенку. Причем такую песенку, которую знают все, и большие, и взрослые. В смысле, и маленькие, и дети, и родители. А такая песенка, она ровно одна. Это в лесу родилась ёлочка. Её знают все. Все поколения, абсолютно. И мы со всем залом поём песенку про ёлочку. Там: «Лесу родилась ёлочка, сува росла, и мой летом стройная, зелёная была». А дальше помните: «И летела песня, ёлочка лай-лай, мороз снежок укрывался, гриня замерзай». Хорошо, дальше. «Друзишка зайка снег, чужой.